Доброго времени суток всем, добрые наши подписчики, наши гости канала, наши новые подписчики и моя такая большая дружная семья. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Творить добро» Наталья. Новостей очень много, но сегодня у нас просьба к вам, нашего пушистого ребенка Клёпы. Вы все помните, да, историю Клёпы, это полуторамесячный щенок, которого в центре города, нашего города, обезумевший человек схватил и начал грызть. И благодаря только женщине, которая первая вступила в схватку с этим недочеловеком и двум мужчинам, минут через 15 они все-таки смогли забрать этого ребенка. Но, к сожалению, этот недочеловек повредил нашему малышу зону роста кости. Этого ребенка забрали люди в городе. Об этой ужасающей ситуации знал весь город. Об этом писала подслушно города Ефремова. И молодой парень с девушкой, которые его забрали, уже обратились ко мне поздно. Слишком поздно, время было потеряно. Они думали, как-то помогут сами Клёпе, но, к сожалению, нет, не получилось у них ему помочь самому, и они обратились с просьбой ко мне. И вот на тот момент, еще раз повторюсь, мы познакомились как раз с Николаем Николаевичем. Но история судьбы Клёпы многим знакома. Вот. Сейчас ребенок у нас находится на передержке в Калужской области у Натальи и Вадима. Все было бы хорошо, но есть одно но. Ребенок по причине того, что у него нашлись хозяева, потом эти хозяева от него отказались, ребенку не было вовремя, было потеряно время, упущено много времени, и ребенку не было проведено до конца все операции и манипуляции. Вот. И когда он приехал уже к Наталье и к Вадиму на передержку, мы стали очень часто обсуждать с Натальей тот момент, что Клёпе дискомфортно. Ему дискомфортно именно от его лапы. Вот. Потому что мы не смогли придать красоту этой лапе, ну, то есть сделать ее до конца. Это опять было по просьбе его потенциальных будущих хозяев, на которых мы рассчитывали. И Клёпушка, к сожалению, сейчас очень чувствует себя дискомфортно. Дискомфорт его заключается в том, что вот именно вот этот загиб лапки ему очень сильно мешает. И он не может балансировать, держать равновесие. И за счет этого наш пушистый ребенок часто падает. Он падает, как и, наверное, многие люди бы это делали, да, когда у нас что-то не получается, он начинает агрессировать, психовать. В общем, ребенок за счет своей вот этой неполноценности, он раздражается. И проконсультировавшись с Николаем Николаевичем, мы сейчас решили сделать поэтапно, значит, операцию Клёпе, реабилитацию и заказать ему съемный протез. Протез, я знаю, точно мы обсуждали это с человеком в Новосибирске, который делает съемные протезы. Это будет где-то район 13600. Но операция, я думаю, по максималке это 15. Ну и плюс нахождение в стационаре. В общем, моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Услышьте нас. Услышите пушистого ребенка, он очень-очень просит вашей помощи. Помогите нам собрать Клёпушки на операцию, на реабилитацию, на нахождение в стационаре и, конечно, на съемный протез. Все, конечно, я буду делать по мере поступления ваших финансовых средств. Еще раз благодарю всех и каждого, кто откликается на нашу боль, на наши проблемы и на наши нужды приюта. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы с нами. Я вас ценю, уважаю. Не устаю об этом говорить. И будьте с нами. Давайте все вместе
спасать, насколько это возможно, насколько Господь дает нам сил, и делать этот мир чище и добрее. Может быть, на нашем примере и на примере многих, кто занимается спасением животных, может быть, мы все-таки когда-нибудь действительно сделаем наш мир раем. Мне очень нравится цитата какого-то великого. Если бы люди умели любить как собаки, мир был бы раем. Мы жили бы в раю. Очень бы этого, конечно, хотелось. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.